22 год, 14 августа. Ребенок первый раз к нам обратился в 2021 году, в декабре. Жалобы были на отставание психического развития, на спастику и на отсутствие некоторых физических процессов, в частности, ребенок не мог глотать. Сильно отставал в психическом развитии. Демек, беморимиз 2021 yil декабр айда бизге мурожаат кылган. Шу пайтта тендошлардан хам жисмоний хам рухий орқада қолганда, аҳволлари анча орқа деди, чайнашди, ҳамда ютуниш имкониятлари йўқ эди. Хўп, мана ҳозир неч марта келиптингизлар? Ҳозир 3-чиси. 3-чиси. Третий раз у нас лечится стационарно. Вот первый раз какие у них были изменения, второй раз какие были, третий раз какие были. Давайте узнаем с матери. У нас там были лечи, блин, сафар ханча узгары шолды, и кинь сафар хачан, а учинь сафар ханак узгары шолды. А кайсы пайтларды кеген. Блин, сафар 2021 ил, декабрь айда кеген. Декабрь айда кеген. Брил болды. Брил болады, а? Об нема узгариш болар, нема муаммолар бор шунда. Биринчи сафар келганимизда умуман қимилдамасди, фақат осмонга қараб ётарди, қапталлаб ётишга ҳам умуман билмасди-да. Бунда тўнкариб қўйиб, бели билан қўяй десам, ётмасди умуман йиғларди. Кейин бу ерга биринчи келганимизда ёқ, ўзгаришларни, катта ўзгаришларни сезганмиз. Маҳкам Жалиловни этагидан тутганмиз, соғлом бўлишга биз ҳам умидимиз уйғонди-да. Бу birinchi safar kelganimizda dumalaydigan bo'ldi. O'zi mustaqil oyoqlarini yaxshi bosib qoldi. Uyimizni hammasi bilan duodamiz siz uchun. Kattakon rahmat. Rahmat katta. A bu safarchi, bu safar. Ikkinchi safar kelganimizda o'tirib qoldim. Mana ko'rdim. Ikkinchi safar o'tirib qoldim. Ancha o'tirib qoldim mana. Qani. Voy maladets, voy maladets. Mana. Anamiz. Mana o'zi o'tiribdi. O'zi o'tirib qoldi. O'zi o'tiribdi. Endi 3-chi safar kelganimizda endi bundan keyin yurishga umid qilyapmiz. Xudo xohlasa. Ha. Demak, oyoqlarini yaxshi bosadi. Oyoqlarini yaxshi. Yaxshi bosadi. Значит, я буду переводить. Первый раз, когда они приехали, говорит, ребёнок не мог даже шевелиться. Всё время лежал на спину и движения были почти отсутствовали. Значит, первый раз, говорит, движение положил, ребенок смог поворачиваться. Второй раз начал, говорит, ну, если по-крупному говорить, второй раз он начал самостоятельно сидеть. И вот в этот раз, третий раз приехали в надежде, что ребенок будет ходить. А сейчас вот наступает он, да, наступает, есть признаки, значит, явления дискинетических движений. Ребенок отстает, психофизическое развитие, спастический тетрапарез имеется, но оно постепенно компенсируется. Демек, беморимизда боллар серебрал паразитинга хос бўлган тетрапарезлар, спастикалар бор эди, булар секин-секин юқолиб, даволанып, компенсация ҳолатига келяпти. Хўп, одам ақли ўсишларини ўзгаришлар сезди. Ақли ўзгариши ҳамма нарсани сезади. Гапирмаса ҳам ҳамма нарсани тушунтириб беради. Ҳаммасини тушунтира олади. Хоҳлаган, хоҳламаган нарсаларини ҳаммасини тушунтириб, қатор билан тенгди. Ортда қолган тенгдошларига етиб олаяпти. Етиб олди. Раҳмат катта. Он догоняет своих ровесников, поэтому, говорит, мы рады, что будем еще продолжать лечение. Аллах шифасын берсин. Дай Бог вам здоровья. Аллах. Рахмат катта. Хамма беморларга ҳам шифо берсин. Жалилов докторимиз алдимизда амон бўлсин. Узоқ умр яшанг. Худоим. Худоим кўп яшанг. Худоим фарзандларингизнинг роҳатини кўринг. Рахмат. Беморлар бахтига ҳам соғ бўлинг. Рахмат катта. Ушбу видеороликни кўрган инсонлар shu bolani duo qilib qo'yinglar, chunki sizlarni duoinglar juda ham muhim rol o'ynaydi. Aytaman doim, dunyoni energiya boshqaradi deb. Fikr energiyasi bu bizga tushadigan, mos keladigan kalitli energiyadir. Chunki bu inson energiyasi, quvvati bu fikr energiyasidir. Demak, kto видит данный видеоролик, пожалуйста, сделайте хорошее пожелание, чтобы данный ребёнок выздоровелся. Потому что ваши пожелания, ваша энергия мысли дает очень хорошие возможности для выздоровления этого ребенка. Дай Бог вам здоровья, Аллах шифасын берсин. Рахмат сізге.
Рахмет.